А тебе надо кольцо, слушай? Ну я Блада думаю это. Если оно тебе прям сильно надо, я тебе дам. Не, окей, не, если хочешь, то все, давай. Посмотри. Ну, я его потихоньку буду собирать. Я тоже так потихо собираю мишку. Не, ну давай я тебе дам. Да не надо, что, берись. У меня-то есть там какое-то количество? Одно. Так, там есть. Я бы рядом с ним. Вот тринки только нужны. Тринки. А тринки это вообще редкость, пиздец, на танк. Ой-ой-ой-ой, как мне больно, блядь. Щит, да. Я сейчас вам пачка. А, мне Боб дали. Пришла. Давай, я мишку прыгнул. Вот это паука хочет? Держите меня семеро? Стань, я умер, мне кого держит. Да, все. Средства пока. Да я вообще-то потею, но вы умираете быстрее, чем у меня косты заканчиваются. Умираете быстрее, чем с меня успевает капать пот. Вообще ничего не капает. Сейчас 900 АД это 2К? Реально? 900 АД 2К это сейчас? Ну вон чел пишет, продам 900 АД за 2К. Это еще хорошая цена. А подождите, а что они с этими ОД, они в чё, в эти, в камни? Ну, в шмотке камни, да. Камни прям до того покупают. То есть камни сейчас типа вообще, да, зависит? А чё это, если мне купить, короче, ебать, ну камни с ОД и просто у кого-нибудь скрафтить эти камушки, ебать, и наук? Ну это выгодно? Да, это, смотри. Короче, это выгодно на 900 с хуем голды, где-то так. В смысле? Ну, короче, если ты просто, типа, будешь продавать ОД, да, например, у тебя 2К выйдет, грубо говоря. Если ты будешь продавать обычными камнями, да, ну, без грейда, типа без ювелирки, то это где-то будет 2600. Если будешь с ювой продавать полностью на аукционе, у тебя будет покупать это около 3600. Это подороже будет. 3600 где-то будет, где-то так. Я говорю, последнее, самое, это вообще выгодная тема. Ну, а что вы 7 меня прибежали, просто, бля, протоптались, нахуй, по-моему, трупы, и побежали дальше, бля? Да так ты чё? Все, блядь, встали, а ты такой... А я, блядь, общаюсь. Хелдерн, тебе нужна эта шея? Я что-то нечаянно ее забрал. Теперь я стал. Фиксов. Это. А какие камушки лучше всего делать? Красные. Ну красные, синие, желтые. Ловкость. Оранжевые. Скорость. Оранжевые. СПД. Это СПД крит, СПД хаст тоже популярная, по идее. По-моему, я сегодня покупал камни красные на ловкость себе за 220 голды. Это получается 2200, если покупать. Чем-то, по-моему, стоит. Красный. По-моему, 300 чем-то стоит красный, но это не точно. Нет. Я тебе говорю, я покупал вчера на ловкость камушки. 220 голда давал за один камень. Ловкость непопулярный камень, на самом деле. Дешевый. Знаешь, особенно, знаешь, сила крит, которые вот эти. Вообще шкаф, пиздец. Да? Не, шкаф поставь. Почему у него рот закрытый? Или это бегу? Ладно, посмотрим. А то, бля, вот это хуя, а голда нихуя. Дай шкаф, он пристал за самой, у нас пристал пока. Что-то мне пока пытается найти дорогу к вам. Лок, дай шкаф, лок. Он, по-моему, не слышит, что ты шум. Орехами скидай. Так это... Понимаю. Да собирай всю комнату, да. Мы уже собрали так одну комнату. Я прохил соло. Давай, Саня, нахуй. Собирай. Так, куда? Я не пробежал еще, ты что, прокчишь? Пришел вас спасите, конечно.
Че, там есть что-нибудь? Боешься кольца. Боюсь. Чисто килени, нет. Весь рейд. Мне, короче, я понял, мне плечо надо, сука. Тут падает какое-нибудь плечо на хила, на сову какую-нибудь вообще. С укетом хотя бы, есть почему-нибудь? Макс, бро, у тебя все в порядке, кстати, да. Ну, там у тебя, может быть, все это самое. А чё, это... Ну ладно, давайте это. Ладно, уговорили, да? Ну там команду обычно дают. На пол. Нет, это нидит, типа, человек. Зачем? Боешки нидит. Все равно. Да. Жалко, что ли? В десятке надо будет, братёнка? Да. Нет. Или нет? Че не надо? Ты поезд, блядь. Максим. Вот я стою за спиной. И чё? И чё? Ой. Это не тот гейм. Зачем? Ну, от крайнего залейте моба. Моба сейчас убить. Да любого. Любого, ну давай загрузим. Да уже все, уже Женя. Сколько тканей? Да, Макс? Че? Раз сколько тканей падает? Пиздец. Одна ткань. Сам прикол, что я до сих пор это... Выпало два посоха, короче, которые не подходят. На хила. Я до сих пор хилю с зеленым топором, нахуй. Какой день там же с ПД был? Э? Ой, что я это перебросил. Нам же СПД, наверное, больше дает, не? Да, нет разницы. У меня оффхенд 213. Вчера в этой забрал. А, вы умираете, что? Типа я должен хилить, да? Там не помог бы хил. Ебать, вы это, wake up of announce 20.00, РТ, ульда, быть 7, сука, и тупорылым, и еще раз тупорылым. Настя, и тупорылым, еще раз тупорылым? Да, типа, быть 7, тупорылым, и еще раз тупорылым. А тут вайкате, вайкате, вайкапа, те же самые, что и на X4? Не знаю. О, на X3 точнее. Ну, Discord тот же у них. Подожди, а на X3, по-моему, ВК бомжи были, нет? Ну да, они бомжи. Они копили на X4. Бомжей? Сбережения, блин. Сейчас все оденутся, ебай, да? И вот эти шмотки, которые будут за ОД, ну, которые выдадут, они вообще нахуй уже не нужны. Так они уже не нужны, по факту. Да. Там только сферы нужны и токены. И то уже сферы тоже, конечно, никому нахуй не нужны.
Почему там сфера, без... ну, да нет, можно. Крафтовые неплохие, и заводы есть неплохие. Ну не все, конечно, но процентов 30. Ну да. Какие-нибудь капы, там меткость подбить, еще что-то. Что-то меня уже утомило вот этот нахуй Накс и вообще-то Вов, ебать. А еще, бля, там, еще в Ульде сидеть нахуй, бля. Бесконечность не предел. Там знаешь, что в Ульде кайфово? Там маунт 310 падает. Плюс 0, если делать. Ну и Волонир. Который не работает, папа. Так его тут никто же не собрал еще. Это они же писали то, что не будет работать. Антон говорит, что он будет, но они писали то, что не будет, я не понимаю. Да это бред. Не, это будет полная вообще хуйня. Чем мы сейчас идем Торима, да, после этого? Да нахуй нам в среду. Покурить точно. Я в среду на сутки. Я тоже думаю. Может на среду лучше реально Торима. Ну отдохнуть пойти, да? Ну я на сутки. Ну можешь, да, отдохнуть, потом твинками пойти уже сходить по-нормальному. Ну давай, давай. Да конечно, это просто всех заебет вообще жестко. Да, что-то мы сегодня ебанули так хорошо, нужно перерыв сделать. Че, поехали, Коля? Да что, сделаем перерыв сейчас, блядь, в 11 соберемся, ебать, убьем за час и пойдем дальше за него. Ну, блядь, главное какой... задрот просто. Я? Не. Просто, ну, блядь, надо же заходить. В среду опять сейчас будут с текущим, но, бля, кто-то не придет, кто-то не сможет. А сейчас пока все здесь, почему бы не убить? Что устали, блин? Че устали, не могу рассказать, собери здесь тряпки. Ладно, как знаете. Начал продает сферу за 5к, и я покупал за 6,5. Так получается гений. Ну типа того. Я за 4 купил как-то. Все впалуло. А почему нет? За 4 продают в часов 5 по хабаре. Утра. Постоянно. Что это за интересно? За отдельно нахуй ЛФГ, блять. Где продают сферу за 4к, ебать. Ну вот, я ночью сижу. Вчера, позавчера сидел, задротил, блядь, и... Прям до того продают людей за 5к, за 4к. Людей продают? Да, людей. Ну, может, плохо. Бля, хотя не... Пойду, может, они еще доступнее сделают. Потом он нахуй не может. И прям три кучу пизда, она мне должна апать один этап. Кокон как бы взять, ребят. Егор, Сакру, отдай сейчас танк. Да похуй, мне не забились. Все отдали, блядь. Это даже те хпшки не сняли, да? Рычить на. О, кладка яиц. Латы на хил, на холе один. На натуре на холе палов пиздец лук цифр. Ну вот знаешь, кого качать теперь.
Когда он качнет, будет чисто ткань одна валяться. С другой стороны... Я бы, может, на ласта бы напала бы зашел. Ну, заходи. Сходи, конечно. Чит хочешь, летит дробяшка? Да там меч там, по-моему, такой. Все. Меч? Что за меч? Буручку, в смысле? А, топор, в смысле, ты имеешь в виду? Ну да. Укус смерти? Больше, в принципе, ничего. А, ну и шея. Нихуёво, по-моему. Да, Саги... А, крит-хаст, Сагила. Угу. Санёк, а у тебя разве нет такой кладки? У кого? У меня? Ну, в смысле, нет. Яйца. Да? Всё, да, есть. Каждый. Просто каждый КД забираешь. Чё, ебаш? Ну нет, большая, она ж нельзя так. Большая, кажется, пыльная кладка. Ладно, чё, все готовы? Погнали. Максан, а у тебя пыльная кладка есть? У меня, я вчера забрался. Ну ладно, не поняли. Как не поняли? Вчера, говорит, забрал. А у меня, блядь, три крита, три хита не хватает, охуеть, блядь. Я думаю, а чё за хуйня? Это я, да? А я могу постоять или похуй? Десятки, по сути, можно. Тем более у кота там на УЕ урона меньше. Ну да, там талантик. Да, блин, не бегало. Надо кучу перенастроить интерфейс, мне так что-то неудобно за проками следить, блядь. Уже. Так, а это Ринджу набрали. Ты же две или три, я не помню. Сейчас уже. Стой, прячемся, стой. Прячемся. Костой. Да, ничего-то фиг знает. Костой, отхиливается. Нет, десятки захиливаются. Ну-ка, давай. Что давай? Ну, я попробую, в смысле. Стоять в ней? Да, вообще пох. Да за дверь открыть, да? Да. Ты главное только на других не людей. Гарнизон наберешь? Нихуя, у тебя очки страшные. Корова такая в очках. А, его через эту хуйню бить можно? А чё мне сказать? Да, да, да. Я сука дауна ФК, блядь. Через глыбу? Да, чё, если близкая глыба стоит, то можно бить. Милики могут бить. Ты её ФК. Тёма, не против, да, кинула. По БГ надо до сих пор брать. Мы ебём. Я проёбываю уже с тобой подряд. Сейчас выиграешь, значит, я же с тобой.
Сколько у тебя уже рейта? У Дима. Меня... Ну и вас, да. У меня 5500. О, башка, неужели, блядь, нахуй. А у тебя, Дима? Чё? У тебя сколько рейта? Косарь. Кольцо, наконец. Ты решил фармить, типа, БГ, ну, для тринки? Хуя. Я... А чё это за ключ на задание? Чё за хуйня? Это на шею, Лёш. Гок пойти надо. Чё, гок рос? Сейчас зайду за Петрика. Давай. Я нас хитом заебись как раз. Мастере нахуй беру. Аутхит я мне как раз. Доволен? Да, да. А там все шею поролили, что шею. А у тебя нету шеи разве? Это не шкаф. Двух, у него 200. Ибо не шкаф, короче. Спасибо. А у тебя сколько на острове, Лёха, уже этих? 147. До шеи еще тёс. А до шеи сколько? Ну, получится 130. 130, да. Да, тогда нужно. Например. Мне еще 250. О, какие две? У меня 100, 150 мне еще до шеи. На дрыне. О, разбашиваешь как раз. Не, чё, если кому-то. Да, если прям кому-то там критично нужна, я могу отдать мне как бы, ну. Бери. Ну ты чё, бери, нахер. Ну ладно, возьми. Там хорошие шеи соки там. Да, соки. Я готов, поехал. Хау. Поехали. Так, мне кто-то крест снял с меня. На мне крест. По друиду дэвил кулак. Кто там бахнул крест? На мне крест. По шаману крест. Ай, блядь, сейчас. Саня, блядь. Второй паладин горе рейда. Второй паладин. Он пошла с модея, запинаем. У меня, кстати, 9900 апа, если что. Без ми... У нас есть миля ап? Да, есть миля ап. Есть... 58 крита. А, ну это карта кровь. Кстати, расскажу тебе такую вещь, что коты забиваются не в АП, а в силу. В силу коты? Так они же крит все сначала стакают. Че, у тебя мало крита сейчас? Ну я сейчас вот сейчас мне 54 и 50. Ну че, тебе мало? С каждой вторая атака критует. Так мне надо не автоатака, чтобы именно эти мои эти критовали. Ну, желтые, особые атаки, чтобы я КП себе набил. Типа, я знаю то, что силу беру тогда, когда собрали кап РПБ, кап крита собрали, хит мастер, и тогда они уже берут себе силу. Тогда, Ну, кап крита, серьезно. Кап крита это 70, по-моему, 4, что-то такое. Ну, типа того, да. Причем, когда ты чем больше крита ты собираешь, тем медленнее. Не, это типа, да, ну, это собирается, чтобы 74, типа, в этом, ну, по слабаку. Сколько там он баф, я не знаю, собирается. Тут я хуй знаю. Я просто потому что я крит никогда не собирал. Я котом на фул одевался. Ну, имею в виду в контейте лича. По-моему, на циркуле гоняю. А, на Ювове. Ну и забивался в силу. В принципе, получаешь больше, чем атака. Просто и сила, вот типа, вот сейчас типа контент, ты РПБ не собираешь вообще, да? Ну да, поэтому я и говорю, что сила пойдет. Ну просто. Потом...
Вот я смотрел, как дамажат типа блиды под проками и без проков, там на самом деле не такая большая разница. Да, но ты учитываешь, что у тебя еще есть руки нехилый урон. Ты бьешь там два раза в секунду. Девочку залить на. Там автоатака, да, на первом месте. Тут надо разбираться, вот такой вопрос. Ну это как СПД, ты берешь его, одеваешь быстрые пухи, оружие языка пламени чаришь. И все, пытаешься максимально в СПД и в крит убить. Ну, СПДН это такой спек, типа, ему нужно много капов, и хит там нужен, и мастер, и нужны хоста, нужна там. Ну да. Ну это все легко собирается, на самом деле. Так, кто-то заступит, бой 10 секунд. Там три девочки тут. Залейте. Что нафиг? Извиняюсь, рейд. Рейндж 10. Корона набрал? Рейнд 10. А как мне набрать? Ну, вот ты стоишь просто в миликах, все. То есть танк, к танку не подходи, к территории. Там можно и геру, наверное, да? Да, ваша ману врывается. Ебанулся. Так, давайте поактивнее, блядь. Припутывай, спаски. Я без прикол. 4 не вкурил. Это ДК. Тайт, который заморозку мозгов вытащит там на панель себе. Тыка иногда. 10 секунд КД. Это называется заморозка мозгов? Да. Ну или заморозка разума. Разума. Ну, а где ты дома хвалась? Ну, чё, я... Не, я... Ой, побил. А, зевол? Пока нету. Пока нету, блин. О, вот это другое дело. У меня сопротивление, блядь, шли. Или через перерыв? Да, у меня тоже что-то пару раз сопротивление было. А дома ходит? Пока нету, бля. Потом выйдет нахуй. Блин. Сколько нам ждать, Макс? Неизвестно. Совсем немножко. Чуть-чуть. Где ты собираешься голду брать? На ФМП? А? Где ты собираешься голду брать? А, могу подсказать, короче. Мне только что в личку чел написал, ты как раз про голду сказал. А, нужно золото? Заходи, секси голд, нахуй. Да, да, тоже сам. Шаман, да, какого Джек? Да, 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 да. Милики. Ну, это Макс так не ответил, я собираюсь голду брать. Эй, да, дадим ему. Пристал с этой голдой. Дадим ему голды, да. Это мне просто интересно. Типа, нужны деньги. На 4 крафты. На крафтовые ноги в пояс. Здесь ваш сестры. Чем сзади рога меня контролит. Сейчас налетит. Блять, я уже рогу ищу. Думаю, какой нахуй рога, блять.
Диссонанс нахуй, блядь. Какого нахуй рода? Попался. О, научился он это. В башку ему бить. Сбивает наконец. Где только с мандой стоит. Пойдем его душить, конечно, да. Пиздец долго. Кусаю как могу, блядь. И чё тут нахуй надо говорить? Кусаю как могу, блядь. Ура. О, Макс, ну это тебе, Ванс. Вагер. Вагер тоже. О, Макс, мы тебя зарядили. Сука, а то... Хотя... Ну ладно, башку и в принципе. Башку срезу. Дагер я хочу. Тоже. Пофигу, что он с духом. У меня оффхенд хороший.